Сегодня мы собирались в городском музее города знаний, чтобы вместе посмотреть на картину «Остановка в Кремном лесу». Эта картина находится на юге-западе выставочного зала. Мы можем видеть эту картину, если мы прямо войдем в этот зал. Это Гохуа, традиционная китайская живопись. Автор картины Джоу Чен очень красиво рисовал природу, птиц, цветы, горы, сердечные фигуры. Его картина оказала глубокое влияние на стиль живопись многих последующих художников. И эта картина является одним из ценных китайских памятников культуры. А теперь давайте посмотрим на картину. На ней изображены высокие вершины гор, извилистая горная дорога, простирающаяся далеко, а под ней крутые скалы, старые кореновые деревья, ветви которых изогнуты, густые кореновые листья красные, как солнце. Но сейчас красный цвет виден плохо, потому что картина написана много веков назад. В глубине картины фигура человека. Может быть, это бывает ученый. Он сидит в карете и неторопливо осматривает кореновый лес. Несколько слуг стоят рядом с ним. Одни смотрят, как красива природа вокруг. Другие слушают, что говорит ученый о красоте пейзажа. Эта картина напоминает нам об осени знаний. Осенью красных листьев в нашем знании столь же прекрасна, как эта картина. Картина была создана художником, когда он гулял по горам и наслаждался красивыми пейзажами. Картина «Остановка в кореновом лесу» художника Джоу Чен тесно связана с сотворением Бата Думу, династии Тан. Вторый восхожу меж холодный круч, будь мой наклонен здесь. Вместе рождения бедных туч дом одинокий есть. Старая повозка, вечерний свет в крюнах приятен мне. В вине листья краснее, тем яркие февральские цветы. Картина – это язык Тара Джоу Чена, который переводит стихи живописью. Живописец Джоу Чен еще добавил водопады реки в свою картину, чтобы его картина обрела более свободную жизненную силу. Джоу Чен в своей картине демонстрирует особенности китайской пейзажной живописи династии Мин с помощью специальных методов. Если смотреть на картину с разных точек, то можно увидеть разные методы написания пейзажа. Когда он изображал горы и камни, он набросал их форму густыми чернилами, а затем закрасил их. Когда он рисовал листья, он использовал кумпи, чтобы тщательно рисовал кленовые деревья. Кроме того, он точно использовал разные цвета, чтобы картина выглядела богаче. Картинная остановка в кленовом лесу художника Джоу Чен также демонстрирует нам один из способов общения между образованными людьми, литераторами, художниками в древнем Китае. Создаются общественные организации, где художники и поэты общаются и любуются, наслаждаются красотой окружающей природы. Во время династии Мин китайские литераторы создали много таких организаций и кружков. Эти культурные встречи были частыми и разнообразными, отражая вкусы светского общества того времени. Такие кружки были очень популярны в нашей провинции Шантун. Особенно в Зинань. Частое общение между литераторами и живописцами заставило по-разному выражать свои чувства. Поэтому появилось очень много литературных живописных произведений. Благодаря таким кружкам и встречам начала развиваться литература и культура древнего Китая.